24 августа прошлого года в дежурной части отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Саранск поступило сообщение из больницы. Медицинское учреждение из своей комнаты общежития, расположенного по улице Республиканской, с множественными ушибами тела, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, была госпитализирована 37-летняя женщина. После сообщения от врачей дежурный направил к месту происшествия оперативную группу. Следователи и сотрудники уголовного розыска начали опрашивать очевидцев. Последние рассказали, что видели женщину с 36-летним соседом. В ночь на 24 августа он зашел в гости к женщине. Оба выпивали, а потом поругались. Мужчина не нашел лучшего аргумента, чем кулак. Он избил соседку руками и ногами, а затем ушел. Женщину без сознания обнаружили жильцы. Почти два месяца она пролежала в коме. В октябре 2022 года, не приходя в сознание, от полученных телесных повреждений скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате тупой сочетанной травмой тела, осложнившейся отеком головного мозга. Уголовное дело о тяжких телесных передали из полиции в Следственный комитет, где поменялась статья. В формулировке добавилась фраза «повлекшие по неосторожности смерть». Вину 36-летний сосед признал полностью и в ближайшее время утвержденные прокурором материалы дела направят на рассмотрение в суд. Людмила Кусерова, Анастасия Семушева, программа «Происшествия».